Ветераны трамвайного депо вспоминают, это были уже на тот момент старенькие трамваи, ленинградские, пережившие блокаду. Целый год их приводили в порядок, а также строили тяговые подстанции, прокладывали пути. И вот свершилось. Народу было, конечно, втрое больше. Трамваи ждали весь город. Весь город нуждался. Тогда транспорта такого не было, как сейчас. По Ленинскому, если ходил 1-2 автобуса. Прошли годы. Транспорта в городе стало много. Однако барнаульцы по-прежнему зачастую предпочитают прокатиться на трамвае. Специалисты считают, потому что это в полном смысле городской транспорт. Во-первых, экология. Во-вторых, вместимость. Вне конкуренции. В-третьих, безопасность. В-четвертых, у нас даже с заторами, которые сегодня существуют в городе, наш трамвай по средней скорости превосходит все виды транспорта. 180-200 тысяч человек – это больше 30% населения города. Столько людей каждый день перевозят трамваи. На линии постоянно выходят более 1,5 сотен составов. Судя по всему, уж где-где в Барнауле эпоха звенящих вагончиков закончится не скоро. А о том, где и когда все начиналось, теперь напомнит эта памятная табличка. Илья Кочетков, Павел Лауренин, информационный канал «Город».